Запомним день календаря. Когда шагнули мы к планетам, пусть будет этот шаг приветом 40-летию октября. Давно и склонившись, Циолковский чертил маршрут второй луны, а нынче с улицей Московской бинокли вверх устремлены. Они снуют по небосводу и остановятся, когда придет стеклышко, как воду, войдет российская звезда. Мы тяжи силы побороли, вступая в 23-й год. Преград не ведает народ, одушевленный общий бой. Я поражен. 5+. Будем поставим 4. 5. Молодец. Наука – двигатель прогресса. Страна не может без науки жить, быть уважаемой, добиться в мире веса, с культурой процветающей дружить. Великий Петр I Руси науки заложил начало. Он создал Академию наук, чтобы научный дух одовенчало, чтобы прогресс был делом мудрых рук. Династия Романовых науку развивала. При ней великих корифеев много родилось. Они России славу создавали. Им сделать очень много удалось. 20 век, век ускорения прогресса. Наука мира двинулась вперед. И не могла терять Россия веса. Великих достижений ждал ее народ. И этих достижений мы добились. Был первый в космос совершен полет. Прогнозы Циолковского свершились. И это был науки мощный взлет. Достойно физики в 20 веке потрудились. Признание мира 9 Нобеля наград. Они в науке сверх чудес добились. Внесли в прогресс бесценный вклад. Им Иосиф дал заряд могучий, физтеха школу основал. И эта школа в мире оказалась лучшей. Научный мир ее достоинство признал. Франк Черенков, Ландау, Прохоров, Семенов, Танкопица. Успехи их придали силу нам. Страна учеными великими гордится. Без них не мыслим блеск космических программ. Ну что я тебе поставлю? Наверное, 5. С плюсом. 5 с минусом. Больше выражений делай, и будет 5 с плюсом. Понял меня? В следующие 3 месяца, если сдашь, ты в этой группе займешь первое место и получишь хороший спортивный приз. Ты доволен? Нравится в клубе заниматься? Да. Почему? Потому что здесь учат спорту, защищать родину. Молодец. 5 с плюсом. Ты пока лучший всех сдал эту тему. Так, без троек. Как ты думаешь, ты сдашь? Ну да. Да? Да. Тройка раз, тройка два, тройка три. Слушай, в тот раз было 4 тройки, сейчас 3 тройки. То есть ты изменился в лучшую сторону. Оценки. Так, Боруто, без троек. Молодец. Итак, Герасимов. Биух. Отличник? Молодец. Оценки. Давай сюда. Молодец, без троек. Почему без троек? Я очень хорошо учусь. Вот. Серьезно? Еще бы ты хорошо тренировался. Да. То есть ты согласен с тем, что ты не очень тренируешься, да? Да. А почему? Зачеты ведь не нравится сдавать? Нравится. Серьезно? Да. Не ври. Нет. А почему нравится? Ну, просто нравится. Ну, у меня мозг больше будет работать, память хорошая будет. Молодец. Бывает, я очень сильно устал такой. Устают твои родители, которые тебя воспитывают. Мама особенно. Тебе нравится заниматься? Очень. Да? Да. Почему? Потому что тут меня учат всему спорту, чтобы я прям был выносливым. Мне это нравится очень. Сколько лет? А мне 8 лет. 5 с плюсом. Ты пока самый лучший. Я понимаю, стихотворение сложное, но ты вообще без запинки. Я тебе не подсказывал. Ты молодец. Ну, я просто историю России хорошо там знаю. Я сначала в интернет залазил и смотрел там, кто когда родился, какие правители, СССР. Это... Серьезно? Да. Знаешь, что такое ВИТТА? Нет. В царской России возглавлял Министерство финансов.
Я вот больше всего знаю, в какие года там Ленин мог родиться. Когда Ленин родился? В 1870 году. Тебе история нравится? Да, я историю России знаю. Молодец. Клубе нравится заниматься? Да, очень. А нравится то, что здесь такую тоже историю дают? Да. Оценки. Так. Опачки. Отличник! Интересное стихотворение? Да. Почему? Тут фамилии можно запомнить. Доволен? Да. Почему доволен? Потому что поставили пятерку, но если это минус, то ничего страшного. Потому что бабушка говорит, что пятерка с минусом, это все равно хорошо. Как думаешь, то, что мы тебе здесь даем, пригодится тебе в жизни? Да. Почему? Потому что, чтобы защищать слабеньких, и постоять за себя. Про что стихотворение-то вообще? Ты понял в целом? Да. Про кого? Про науку, про великих ученых, про технологию. Каких ученых? Великих. Наших, российских. Наших, российских, великих. Нет, на Западе тоже есть различные люди, но мы должны знать нашу историю, наших людей, которые это все создали. Че, Петров, какая попытка? Вторая. Ты уже перестал плакать? Mm-hmm. Что, Илья Сергеевич враг или нет? Mm-mm. Почему? Не враг. А почему не враг? Ну ты же на меня злился сейчас. Злился на меня? Mm-mm. А на кого злился? На стих. На стих? Mm-hmm. А может быть на себя? Ты у тебя было в тот раз две тройки, сейчас одна. Значит, чья это заслуга? Ярополка моя. Молодец, одна тройка осталась. Никитенко, вставай, одна тройка. Следующая проверка будет в середине мая. Если результат будет хуже, будешь наказан. Понял меня? Да. Три. Угу. С минус. Хорошо. Че, стой. Ты доволен оценкой? Хорошо, просто три. Будем исправлять? Будешь? Да. Придешь и исправишь? Давай. Хорошо? Ты доволен? Хорошо. Тогда четыре, да. Ладно? Молодец, все исправил.